Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Хочу модернизировать по советам зрителей картофелесажалку свою. Проблемы основные по ней: буксует, надо наварить колышки, и режет картошку. При извлечении из бункера, закидывание ее уже в подаватель вниз, режет картошку. Рекомендовали наварить проволоку. Поскреб по сусекам, нашел только такую. Наверное, 4 миллиметра, она 4-миллиметровая. Ну, я думаю, сгодится она. Тешил себя надеждой, что картофелесажалка хорошая, белорусского производства. Но по итогу зрители быстро мне развеяли все мои радужные надежды, что поставил, сади и ничего не делай. Нет, как обычно. То, что такое чувство складывается, то, что не производство сморгонь, то сразу нужно доделывать. Сморгонь тоже нужно доделывать, ну, кое-что. Но не настолько это глобально. А тут прям все переделывай. Думал я, что такие чашечки лучше, чем проволока. Оказалось наоборот. Острые края режут картошку. Как к ним привариваться, тоже еще вопрос. То ли прихватывать и нагибать, и прихватками заниматься. То ли заранее выгнуть на трубу, закрутить, а потом колечко приваривать. Ну, это в процессе разберемся. Ну, а на колесике сантиметров по 6-7 сделаю колышки. Арматуру тут 8 возьму. Надо работать. По 5 сантиметров, мне кажется, достаточно. Ну и надо же также сцепку удлинять. На 25 сантиметров мне посоветовали ее удлинить. Много людей высадили картошку, а я ни сном, ни духом. Только вчера откультивировал, отфрезеровал. Это вообще какое-то дождливое состояние погоды. Стола рабочего нету. И все на коленях да на коленях. Так ноги болят потом. Наползаешься целый день. Так уже давно себя приобрел на колени. В прошлом году приобрел. Шикарная вещь, ну только что съезжает. Всем советую, наколенники. Вещь прекрасная, берегите свои колени. Как и глаза. Глаза надо беречь еще больше, чем колени. Сколько мне их тут надо? 11 пар. 22 штуки. Занятно. Когда это так... Уронил, что ли? Похоже, уронил. Диск сломал. Может, даже маловато, может, по 6 сантиметров делать. Чувствуете уровень? Сварочный аппарат черти где. Непонятная погода, преддождливая. Камера и аппарат под крышей, а я сижу здесь. Могу варить без боязни сломать технику. Камера разрядилась. Продолжим. Вчера с другом о жизни разговаривали, так сегодня немного не в норме. Уж долго и продолжительно беседовали. Вот такой вот ежик получился. Обработать кончики надо слегка, их чуть-чуть заточить. Сильно тут не обязательно, но немножко можно. Ну вот так, второй ежик готов. Так вот получилось. Работать не совсем удобно. Плюс вчерашний разговор по душам дает о себе знать. Даже не знаю, надо ли сошлифовывать. Ну, только для себя. Тут оно и так уже в землю входит. Я вот не знаю, правда, может, я многовато сделал. По 3 сантиметра оно где-то выходит наружу. Чтобы не позагибало просто ее. Ладно, будет загибать, тогда и будем думать. Слегка закруглил или заточил. Что-то моя идея насчет столь длинных прутов уже не кажется мне хорошей. Боюсь, что просто нагрузка большая, что их либо загнет, но да время покажет. Не сильно я их заотачивал, как видите.
Так, слегка закруглил, там нет смысла. Это же не шампуры. Ну вот, вообще дождь пошел. Погода в черте что. Так, следующий этап — это у нас чашечки. Целый день отдашь на эту картофелесажалку. А тебе будет она работать. Да, с чашечками будет посложнее. Что-то ерунда какая-то получается. Работать в самом бункере сложно. Можно ли его снять, этот бункер? Или он здесь приваренный весь? А, ну вот. Разбирать ничего не надо, я уже собрался разбирать. Вот, в верхней части можно работать. Привариваю я по кругу проволоку. Варить, конечно, оцинковку — то еще удовольствие, пока не выгорит цинк, проволока не приваривается. Делаю прихватки. Первый блин комом, конечно, все криво получилось. Не на продажу делаю. Приварился, пока проволока горячая. Подогнул, прихватил, подогнул, прихватил. Так и идем по кругу. Заранее подогнул проволоку, чтобы легче было ее прижимать и прихватывать. Да, и сварку произвожу с внешней стороны. Сначала варивал внутри в чашечке, как-то неудобно оказалось. Но острые края снаружи остаются. Начал варить снаружи, чтобы спрятать каемочку металлическую, чтобы картошку не резало. Ну вот, довел почти до совершенства, а осталась только одна тарелка. Также обратил внимание, только в конце заметил, что нету смысла начинать от самого начала тарелки. Можно было и с серединки начинать, потому что... Хотя не знаю. Ну вот так они теперь у меня выглядят. Где-то, конечно, вот это наверное, первое самое вообще по-уродски получилось. В процессе становилось все лучше и лучше. Уже покрасивее стало. Когда варить стал не изнутри, а снаружи, стало уже более красиво получаться. Надеюсь, это все на пользу. Вот они уже симпатичные пошли. Вот такие вот они. Стали тарелочки. И опять некрасивая. Так вот мы подварили картофелесажалку. Последний по ней момент остался — это удлинить сцепку. Сильно советовали удлинить сцепку на 20-25 сантиметров. Ну, это не так сложно. Сцепка, писали, говно, гнется. Вот так вот варится Solaris. Как вы видите, швы достаточно симпатичные. Mitech такого не умел делать. Особенно, когда электрод не прерываешь, он получается шовчик. Красота. Сцепку удлинил. Насколько прочность? Ну, не знаю. По-моему, неплохая прочность у нее. Расстояние удлинено на 2,4,5. Также надо с одной стороны приварить какой-то кусочек трубки соответствующего диаметра, чтобы поднять выше, там где-то примерно сантиметр, чтобы упоры болтов были в нужном месте. Все, из основного сделал. Вроде бы надо еще по плугу, поэтому не по плугу, по сошнику какие-то доработки сделать. Точно там не помню. Такая вот штука приварилась. Теперь он чуть выше, и останется только болты вставить. Как поведет себя эта сцепка, покажет время. Хотелось бы, конечно, довести до ума.
Ну, в процессе работы буду сажать где-то через 2 дня. Это числа 11 мая буду сажать картошку. Вот тогда я буду экспериментировать, смотреть, как получилось, колечки, будет ли резать картошку сильно, повреждать ее. Как поведут себя колесики на новых шипах. Тут сейчас в комментариях задним числом посмотрел, что надо было все-таки 5 сантиметров делать. Я сделал по 6. Посмотрим, загнет, начнет загибать или нет. Если не будет загибать, я трогать не буду. Если будет загибать, ну, обрезать. Обрезать никогда не поздно. Нарастить сложнее, обрезать легче. Время к закату. Целый день отдал на эту модернизацию. Всех с наступающим праздником.